сдвинуть. Так. О, какая красота. Привет, мои любимые. Жарю оладики. Но они такие нежные получаются. Прям как это, как блинчики. Смотрите, просвечиваются насквозь. Такие нежнюсенькие. Очень вкусно. С малиновым вареньем, с чаем и так далее. Я еще прикрываю крышечкой. Они тогда немножечко под это самое подходят. Получается вообще что-то. Все, уже последнее тесто. Я уже и подруге отнесла кучку. Вот. Какая красота. В центре прям чуть ли не сердечко. Людочка мне сказала, Косачева, Ирочка, подружка моя из контакта, сказала: Ирочка, ты во всем видишь сердечки. Да, мои хорошие, да, Людочка, во всем вижу сердечки. И это прекрасно. Видите, как они запузырились, потому что они низнюсенькие, тонюсенькие. Тарам, тарам. Такую гору я уже напекла. Не знаю, кто их будет есть. Я, ну, парочку, может, съем. Потому что у меня нет сметаны. А без сметаны, вы знаете, я не очень люблю с вареньем. Я могу, вот правда, парочку съесть. Не обманываю. Серёжа, хватит. И тут малюсенький давай. Малюсенький. О, благодарю. О, благодарю. Ну все. Почти что. Теперь переворачиваем. Они все просвечиваются на солнышке. Это так красиво. Красиво. И помощница у меня тут ходит. Хурита! Помощница моя! Напугала Хуриту. Она в своем моменте. Ну, а я, как всегда, ору, как истеричка. О, соединились в бесконечность. Ну, кто как видит. Кто-то видит очки, кто-то видит бесконечность, кто-то видит еще что-то. Смотрите, какие они аппетитные. Лепота! Лепота! Я еще сказала, что накрываю крышечкой. Они тогда немножечко так поднимаются. И получаются такие воздушные. Лавочку снова нашу экспроприируют. Вон ее эта подстилочка, которую он на лавочку кладет, когда холодно. Ну а сейчас не холодно, за ненадобностью валяется сзади. Небушка тоже шикардосная. Правда, через сетку не очень видно. А бусечка моя лежит там в солнце. Времени 6. Ты где тут? Стойка, смотри. Ты что тут делаешь? Мячик гоняешь? Бусечка моя лежит в солнышке. Все, уже солнышко ушло. Да, солнышко ушло. Как же ты блестишь, моя девочка. Моя кошечка золотая. Нет, не золотая. А какая? Закапывала ей сейчас глазочки. Дрыхнет. Ой, какой ветерок приятный с улицы. Ну ладно, привет, мои любимые. Не знаю, что у меня на башке. Я на себя в зеркало не смотрела уже. Часов 5. Хурита. Хурита, мячик? Дай мячик. Ну так много открыто. То, что я надымила этими оладьями своими. Уже темненькие. Эти у меня получились потемнее чуток, а эти нет. Потому что эти в масле, а здесь с этой стороны масло уже закончилось. Поэтому.
Вот все, больше нету оладий. Зато красиво как течет. Сверкает. Как говорят, первый блин комом, а у меня последний оладь. Красотой. Можно сделать медвежонка или утенка. Или сердечко. Или что сделается. Ну, короче, я это играюсь. О, уточка получилась. Может, не уточка. Все. Хватит. Похоже на уточку. А может, на кошечку. А может, еще на кого-нибудь. Вот так вот, моя любимая. Наготовила. Везде красота. Солнышко. Просто обалдеть. Готово у меня. Готовы оладики. Чуть только остынет, потому что кипяток я точно не буду есть. Красота. Не буду трогать оладики, потому что я бусику трогала. Сейчас ручки помажу. Вот. И буду их есть. Знаете, с чем? Вот с чем. С малиновым вареньем. Ой, красота. А там я. Тень, видите? От ручки. Ну, в общем, вот. Наготовила. Уточка наша, или собачка, или кошечка, или кто это. Или такая гусеница, которая так согнулась. Чуток под это самое, подкоричневело. Вот. Крайний оладики выкладываем. Масло больше не подливала. Потому что и так справились. Вот это тоже мыть. Включаем плиту. Готовы. Везде сверкает солнышко. Так красиво вообще. Лето, мои любимые, лето. Три семерки. Вы же это помните, что у нас три семерки сегодня. И никто не забыл в 7 часов, вот ровно через 55 минут, загадать желание, чтобы обязательно сбылось или сбылось. Так что загадывайте. Но уточку не хочу. Уточка пусть для красоты тут лежит. Ручку я уже помыла. И вытерла. Та-дам! Там девушка идет, соседка моя, которая мне дверь всегда открывает. Ну так получилось, уже несколько раз я иду, а она откроет дверь, стоит, ждет меня, пока я дойду до подъезда. Ну теперь бисмилля. Как вкусно! Просто бомбически, мои любимые. Так классно. Как будто ем такое, то ли корзиночку с фруктами, то ли пироженка такое летнее, свежее. Такой кайф вообще не могу вам передать. Просвечивается клубничка, ой, малинка. Тоже целые рисунки на баночке. Все такое красивое. И вот видно не так живо, как видно глазками. Все там и боковым зрением гординочка ловится. И все там девочки где-то. И солнышко, и все такое. Все такое божественное. И все это одно, мои хорошие. Накладываю малиновое варенье. Реально сверкает баночка прям алмазами. Ну, так видно глазками. А когда начинаешь снимать, конечно, многое скрадывается. Он поехал опять на заднем колесе только. Я это все увидела. А в видео не успеваешь все это показать. Очень вкусно. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Спасибо.
чтобы есть.